хорошо, на природе. А где мы чувствуем себя уютно? В своем доме. А среди кого нам хорошо? Наверное, среди единомышленников, среди людей честных, преданных, нравящимся нами внешне, хоть и вкус у нас у всех разные. Там, где мы чувствуем поддержку, внимание, любознательность, помощь. Вот в таких отношениях, в таком окружении нам хочется быть. Так сейчас это реально. Я приглашаю вас в закрытую группу Телеграма, где мы будем единомышленники, поддерживать друг друга, выслушивать, конечно же, поднимать животрепещущие вопросы. Ну и, конечно же, мы будем преодолевать наши жизненные препятствия. И что самое важное, это мы можем делать вместе. А вместе — это мы сила. Согласны? Тогда приглашаю.